Здравия желаю. Сейчас, значит, идет заправка. Вот я поставил вчера в 8 вечера батарею вот на заправку. Без траты энергии. Сейчас что у нас? Промерим. Так. Промерим. Значит, было 12:10 светит. Во сколько? В семь вечера вчера. А сейчас уже 8:30. То есть 7 вечера это будет 5. 13 часов заряжается, вот зарядилось. 12:50. То есть еще надо, чтобы на полную надо, значит, зарядилось на 12:80, на 12:90. То есть еще, наверное, часов 10. То есть полная зарядка этой фигни по такому методу. Это где-то, ну, наверное, сутки, не менее суток. То есть, поэтому будем, значит, увеличить это все. Просто показал, что по этой схеме она молочная. По этой схеме тоже можно потихоньку заряжать. Она вот идет, значит, через выпрямитель. Включена вот. Через этот счетчик. Вот он. Видите, как видите, стоит, энергия возвращается назад, вот они, всплески. Слушайте. То есть вперед-назад по схеме. По такой схеме и надо все это строить. Так, значит, сейчас зарядим. Еще сегодня, наверное, до вечера или до обеда посмотрим. А там будем пробовать эту батарейку, первая заряженная батарейка будет от свободной энергии. Это первая у меня полностью заряжена. Ну, было там заряжено и инистры пробовал, а чтобы батарейка зарядилась, насколько ее хватит, то возможно эта энергия может не такая качественная еще. То есть надо все проверять. На этом заканчиваю. До свидания.